Меня зовут Юрий, и Юрий Йорский, и я ЛГБТ-активист уже на протяжении долгого времени. Ситуация, которая сложилась в стране, связанная с экономикой и политикой, очень тяжелая, поэтому наличие ЛГБТ-активизма в Украине очень важно на данный момент. Экономически страна нестабильна, и люди чаще всего думают о том, как заработать денег на кусок хлеба, как прокормить свою семью, и у них не идет приоритетным думать о том, что такое их права, что такое их обознанность и образованность в сфере прав человека. То есть Думать о своих правах на голодный желудок будет очень тяжело. Поэтому это важный аспект. А, ситуация политическая, связанная с проблемами на Востоке, с войной, она также очень обострена и влияет на положение прав человека вообще в Украине. Поэтому, как многие люди говорят, в том числе. И наши оппоненты из правого сектора, что во время войны нам очень тяжело думать, а, нам невозможно не думать о том, что а, ЛГБТ общество требует особых прав, потому что у нас есть более насущные дела, такие как война с Россией. А, есть существует большая разница между тем, что такое быть геем а, в столице, в большом метрополисе, и что такое быть геем а, в небольшом индустриальном городе из которого я родом, из Запорожья, где очень много заводов, очень большой процент населения, такие трудяги, которые с утра от звонка до звонка идут на работу и возвращаются. И, к сожалению, уровень толерантности, интеллигентности, образованности недостаточно высок. Поэтому, к сожалению, процент э, гомофобии, процент э, насильственных действий, э, процент э, избиений буллинга намного выше в регионах, чем в столице. Зато закрался очень давно вопрос о каменнауте перед родными и частично он до сих пор под вопросом. буквально два месяца назад я сделал каменинаут своему старшему брату, который на три года старше меня. Он типичный житель индустриального города Запорожья. Он работает на заводе, который занимается производством моторов для самолетов. Uh, у него жена, у него двое детей, uh, у одного, из, у одного из, ребен, из детей я крестный, и я безумно боялся, что что-то может измениться, и он запретит мне с кем-то из них общаться. Uh, на фоне того, что uh, я слышал достаточно часто гомофобные шутки с его стороны, мне казалось, что uh, ситуация будет негативна, uh, реакция будет негативна. Я был безумно удивлен его реакцией, его словами, приятно удивлен. Он сказал, что ты мой брат, независимости ни от чего, и я буду любить тебя таким, какой ты есть, ты член нашей семьи, и я буду рад, если ты будешь приезжать со своим парнем к нам домой, и мы будем проводить вместе время. Вот. Могу сделать акцент на том, что после камин-аута наши отношения еще улучшились и стали крепче. Проблема в украинском сообществе состоит в том, что оно, как и многие другие, патриархальное. И у нас идет очень навязанная идеология маскулинности в обществе. Мужчина... Не могу сказать так. У мужчины и женщины должны быть определенные роли, которые четко разделены. Поэтому от мужчины ожидают кроме обычных вещей, чтобы быть сильным защитником, добытчиком в семье. От него ожидают, что он найдет типичную, назовем это так, типичную мужскую работу, что он будет тяжело трудиться, в то время как его бедная жена будет сидеть дома и готовить ему есть, убирать и растить его детей. Этот прессинг идет с детства, он навязывается в школе, и поэтому ребята, буду говорить от их лица, парни геи, которые уже с детства понимают о своей гомосексуальной ориентации, под давлением этого прессинга боятся сделать неправильный шаг. Они боятся где-то проколоться и, возможно, чтобы где-то выскочила их небольшая феминность, хотя это не обязательно. То есть талантливые люди, талантливые дети, они боятся идти, ну не знаю, это такой пример, боятся идти в школы танцев, они боятся становиться художниками, дизайнерами, потому что это будет не типичная мужская профессия. И, к сожалению, они должны перечеркнуть э, свои планы на будущее, связанные с их мечтами. Война, которая происходит между Россией и Украиной, на самом деле очень повлияла на работу э, ЛГБТ-активистов. И она до сих пор имеет большой эффект на это. Потому что произошла радикализация сообщества. Все силы, которые захотели бороться за Украину, за сильную, независимую, все методы стали хороши. Праворадикальные силы, они получили доступ к оружию, они получили доступ к деньгам, к ресурсам, и им стало проще делать правосудие делая бравое дело, которое они делают для сообщества в войне с Россией, они стали в какой-то степени любимчиками сообщества. И они почувствовали эту силу. И теперь они чувствуют, что они могут вершить судьбу и любых неугодных для них общин. Ребята стали все чаще высказывать свои мнения в в публичном пространстве о том, что ЛГБТ-сообщество — это неприемлемо в Украине. Это навязанные европейские ценности, которые не нужны для нас. Хоть мы, как мы идем в Европу, людей все чаще пугают, что это гейропа, и оттуда придет просто дикое количество гомосексуалов, которые проведут пропаганду и просто все украинское сообщество переметнется на сторону ЛГБТ. Работать стало тяжелее, это ощущается. Недавно прошедший марш равенства, который был в июне этого года, это доказал. Правонастроенные группировки, они, им ничего не помешало пробраться и высказать свое мнение, высказ... показать свою позицию и просто побить людей из-за того, что они не той ориентации, как и они. А, ситуация с тем, что происходит преследование многих активистов, им приходят смс, с угрозами эти праворадикально настроенные группировки они считают что лгбт сообщество оно стоит где-то в стороне и занимается своей деятельностью и а, они не имеют права и они просто неприемлемы в любых других а, сферах жизни сообщества поэтому они они не хотят верить в то, что представители ЛГБТ есть и в армии, они есть сейчас на востоке Украины, и то, что большинство сообщества очень патриотично, и во время Майдана они также стояли за независимую Украину. Украинское сообщество сейчас очень нестабильно, и, к сожалению, нам необходима поддержка как извне. И нам необходима поддержка друг друга. И вместо того, чтобы разделять э, нас между собой на угодных и неугодных, разделять нас на правильных и неправильных, э, мне бы хотелось, чтобы мы э, начали поддерживать друг друга и объединяться. Э, мне бы еще очень хотелось обратиться к сообществу, э, сказать о том, что... Следите за новостями и проверяйте любую информацию, которую вы видите. А, статистика, которая официально, неофициально доказывает, что во все времена представителей ЛГБТ было от 5 до 10%. И это было всегда, и так и будет. И вы можете не подозревать, но геи, лесбиянки и трансгендеры, они в вашем самом ближайшем окружении, это ваши друзья, просто которые, возможно, все еще боятся вам открыться. Не используйте гомофобные речи. Пропаганды гомосексуализма как таковой не существует. Вы рождаетесь со своей ориентацией, ориентацию не выбирают. Поэтому судить человека за то, каким он родился, это совершенно неприемлемо, и мне бы хотелось, чтобы вы об этом все чаще задумывались.